Добрый вечер всем. Я сегодня зашла в парк. Сегодня погода очень такая не жаркая. Немножко хочу снять цветочки. Вот такие здесь у нас красивые. Вечер, людей много, дождливая погода, дождик должен, но никак все не пойдет. Фонтан включен. Отсюда такой вид. Ну, этот парк вам уже знаком, я думаю, кто мои видео смотрит, тот знает. Здесь у нас второй микрорайон с этой стороны. И вот там прямо третий. Здесь велодорожка. Много на велосипедах катаются. Так что надо быть аккуратно. Все зеленое, все цветет, все радует глаз, да? Ветерок такой хороший дует. Ну и, конечно, людей, особенно там с детьми, много. Вот этот фонтанчик, который я тоже уже вам показывала. Он такой красивый. Обычно в жару здесь, конечно, много детей бегает. Но сейчас прохладно. Никому не охота намочиться. И смотрите, тучи какие. Дождик собирается. И никак. Такая красивая картина. Фонтан с подсветкой. Вечером, наверное, красиво. Ну, здесь какая-то стройка идет. Кому интересно, друзья, вот это 319 корпус. Раньше меня просили снять. Так что, кто здесь жил, смотрите. Так, немножко я прошлась. Сегодня у нас вторник. Такая шикарная погода сегодня, слава богу. Ну и как всегда, собачки у нас здесь резвятся.